Здорово, народ. Добро пожаловать в ТЭЛ. Так, мы здесь. Нам сюда. Можно как-нибудь метку поставить? Нет, правильно. А зачем? О, господи, как меня это раздражает. Шем. Короче, будем бегать по восклицательным знакам, пытаться что-то выполнить. Брать задания. Возможно, это мне хоть как-то поможет. Почему я решил посмотреть эту игру? Да потому что игра, судя по всему, загнется скоро. На сервере всего 60 человек. На этом было. На других, ну, говорю, тут где-то максимум до 100 человек. В принципе, мне-то это не так отвлекает. Древний. Здесь руду не подобывать, серьезно. Что вы там? Ага, вот и задания попёрли. Ну, надеюсь, хоть там будут поинтереснее как-то. Читать я их не буду, сразу говорю. Может, задание здесь и интересно, но их... Мне что-то нужно? Всегда получаешь то, за что платишь. А? О, привет! Тебе от меня что-то нужно? Вижу, битва тебя манит. Алькион победит! Так, ладно, и что мне тут надо сделать? Какие-то хоть отметки ядрить есть? А вот, есть отметки, есть. Отметки то, что нам надо сдать задание этим идиотам, да? А нет, 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 другие врага. Тут есть отметки по заданиям. Ой. Хоть на этом спасибо. Так вот, морковки я пособираю, пожалуй. Вот, там хренатень такая вот интересная, смотри. Может, попробуем ее прибить? Сбор бы прокачать. Ну, хотя сбор здесь равен опыту, то есть. Хотя врагов я убиваю побыстрее. Если уж так разобраться, начнем с этого. Это что не за догодзиллы? Ладно, повыполняем задание, посмотрим. В серии надо 12-30 хотя бы заснять, так вот более-менее. А то эту игру так я же не смогу адекватно обзор сделать. Ого! Хрена он хреновина. Так, мне надо еще одного убить, чтобы понять, сколько опыта я получил. Но с двумя тут лучше явно не связываться. О, валун есть, отлично. Я вот не успел посмотреть, сколько опыта народ. Напишите, пожалуйста. Люди добрые. Так.
Надо дурацкую отключить камеру. Не до этого. Не, ну боевка здесь мне нравится. Меня устраивает всем. Ты-то чё там? Может их, не знаю, как-то убивать, но может разговаривать с ним надо? Орёт, как будто жесть. Так, ладно, две серии надо заснять, надо хулиган ангелов идти смотреть. А то у меня там все плохо, кстати говоря. Мочит меня там. Паршивый его котенка. По заданию надо, да? Почему именно я по яйцам самим не лажу? Вот это мне интересно. Если на опыт на них можно хорошо так сделать. Угу, яйцо тоже есть. Так, в принципе, меня все устраивает. Карта очень не устраивает. Но, народ, я уже говорил. Я терпеть не могу проходить эти задания. Но у меня есть игроки, надо проходить задания и красивый, вкусный квест. Так что одно другому не мешает. Так, ладно, запомнили, где у нас был опыт. Ох, ни хрена дают опыта. Запрос авангардом завершен. Чего? Уничтожьте алочных василисков. О! Штурм бастиона Лока. Ежедневный бонус. Это странствий. Еженедельный бонус, да? Ежедневный бонус. А это вообще где? Мурданах убейте. Привет.
Не успел. Монеток я там взял 4 золотых, отлично. Вот монетки как раз таки мне, блин, и нужны. Так, ну придется мне открыть эту дебильную карту, как ни посмотри. Что-то это какой-то помощнее был. Либо я просто когда сделал два удара одновременно, слушай, есть вероятность того, то, что после двух ударов у него, ну, ДПС их совпал и не засчитался одного. Надо, значит, аккуратнее как-то это бить. Надо связки аккуратнее делать. Не так быстро, медленней. Связка у нас будет простая сейчас. С этими Василисками. Это будет заморозка. Вот эта хрень и вот это. То есть идем, смотрим, проверяем. Ну, вроде бы нормально. Так, то еще посмотреть. Что это за кучка такая? Такое поджечь нельзя. Так, там яйца есть? Есть. Слушай, чувак, мне омлет нужен. Нет, здесь получается какой-то, что ли, двойной удар, я понять не могу. Да ё-моё, заходи давай. Так, это сферы. Так, давай посмотрим. Для начала, так, 89. Тут есть какая-нибудь прочность? Нету. Здесь у нас жетон обмена снаряжения 20 уровня. Ага, щелкните правой кнопкой мыши. Жетон обмена. Камень бур титанов. 3 фрагмента драгоценного камня с множеством. Угу. Это 86-208. Вообще надо скинуть. Это у нас 26-89. Господи, какое такое дерьмо мне даете. Так, энергия природы. Это у нас камень. Это у нас осколок Рекони. 79. Кобальтовый камень. Так, ладно. О! Тот тоже мочится. Что еще за хренотень? Я вижу восклицательный знак. Неужели мне это говно надо убивать?
И сейчас серьезно. Да я с дерева больше опыта, блин, получу, чем с этого говна. Ну ладно, помочь им. Судья по всему. А, ну закончили задание, все всегда понял. Всегда получаешь то, за что платишь. Тебе от меня что-то нужно? А? О, привет! Я взял задание или нет? Вроде должен был взять. Ты так хрен поймешь. Все проблемы, наверное, в этом только. Так. И вот у нас здесь подсвечивается. Типа, нам что-то надо сделать. Вау. Ладно, давай прочитаем, что нам нужно сделать. Выбора-то нет. Так, это у нас зелененький. Я понял, уже можно не читать. Я только начал приближать, чтобы почитать, уже можно идти. Фу ты. Ну, несложно догадаться, убей всех. Ну, так и должно быть, в принципе. Сила Аманов. Всегда получаешь то, за что платишь. Так, у нас тут что? Погоди-ка. Кто у нас там что-то спрашивал? Слава нашим солдатам! Не понял, кто у нас там с вопросом. Погоди-ка. Еще жив остался. Каким, прости боком? О! Неудачная жертва. Видно, кто-то здесь забежал не туда. Понял, что выполнить надо. Ну, так вот можно повыполнять. Ну, народ, реально. Тут читать, блин, простите, противно. Я вот после вот, обзор сделал по этой игре, посмотрите сами. И тут это повторяется не единократно. Если вам, ну, нравится, вам читайте. Игра, в принципе, неплохая, поэтому играю. Что мне от вас может быть нужно? Просто мне ни хрена не нужно уже больше. От вас больше мне ничего и не получить. Ну, побегать здесь, конечно, придется. И чтобы я мог понять, как мне питомца этого активировать. Пройти сундук ключом зачарователя. Ключ зачарователя, ах вы пида. Так, а яблоко что нам дает-то? Где же давали тут лошадь? Что, сдохла? Это вполне возможно. Так, слушай, наверное, давай сбегаем в лагерь. Ненужные шмотки я поскидываю. Где он тут вообще, этот лагерь? А, мы все равно бежим по пути. Пролаг, здравствуй.
Так, чисто, знаешь, здесь можно зайти, погасить непись. Вот я тебе что сказать могу. Вручную. То есть у меня одна игра получается. Мочим все автоматом. Вторая игра. Мочим непись. Проходим миссии, не читая. Третья игра. Интересный, охрененно сюжетный повороты. По-моему, достойно. Так, а теперь нам нужно попродаваться. Долгая война, но мы победим. Я-то жрать хочу. Но я, блин, на диете. Там. Это не очень приятно. Так, свиток телепортации к велику. На продажу. Это я тебе хрен продам. Вот это... Да уж. Сколько там хоть я выучу? Оу, золотой даже выучу. У меня 234 уже золотых, ну ни хрена себе. Нормально дают так. Так, яблоко. Погоди, это что, сбрасывается все постоянно? Вот твою отстой-то какой. Ладно, древний шепот, модификатор защиты 7. Это у нас... Что это? Реликвия, что ли, какая-то? Поход дела. Жетон обмена снаряжением до уровня 20. Обменять надо доспехи, украшения и кристаллы 20 уровня. Можно вопрос вот такой скромный? А нафига? Припасы. О, гнилой Мерин, вот он. Все. Два золотых выручили. В принципе, неплохо, да-да-да. Если не считать того, что у меня золотых уже 200. Там дальше что, бриллиантовые пойдут? По ходу дела, да. Так, ладно. Восклицательный знак у нас есть вот там его. И у нас есть гнедой, да? Не понял. Я же видел только недавно, блин, эту гребаную лошадь. А, о, точно, F5 будет у нас лошадь. Ой, F6. Господи, как она на нем ездит? А также грохнуться проще простого. Я не знаю, даже знать. Так, поставим-ка мы на F5. Вот кто не против? Так поудобнее будет. Хотя у нас здесь... Ледяная сфера... Нет. Собираем. Чё добру-то пропадать? Мы же мы уровень на это можем поднять, это самое главное. На остальное пофиг-то. Пошел нах. Да и ты тоже. А вот не знаю, вот эти зелья вообще продавать при принципе можно или нет.
Мне их всего 55. В принципе, продавать их не имеет смысла, я вижу. Ой, кобальтовая руда нужна. Ты бежишь? Беги. Спортивный ты мой, блин. Так на 24 часа. Девушка на час. Номер телефона осталось только тут набирать. Я не знаю, какой рейтинг игроков здесь по возрасту. Вот так подкинул идею. Погоди-ка. О, монетки. Сколько ты мне монеток там дашь? О, даже золотой будет. Боюсь, эту яблоню мы не соберем, да? Ну-ка. Сглючила, сглючила, зараза. Ой, вот форт целый. Вау! Что я могу сделать? Что там? Добрый день. Приходи еще. Зелье, угощение для питомца. Отдайся на волю магии. Сейчас. Потеряй свой разум. Извращенец, отдайся на волю магии. Иди ко мне в руки. А, сейчас. Ты же тут недавно? Расскажи мне все, когда вернешься. Вы довольно быстро восстанавливается. На хоть черт здесь нужен целитель? Мне объясните, радуйся, пожалуйста. Сложным уроком. Магазин сладостей. Так. Зловещий особняк. Гробница некроманта для уровня 1 и выше. Берем 2, да? 3, 4, 5, 6. Давай по десятке возьмем. Много заплатим? Не, 16. Вот за это получается побольше заплатим, да? Я тебя сейчас укушу, игра. Не, ну по десяточке возьмем. Ладно, выходит. Значит, давай будем брать по одному, короче. Или по два. А давай по три возьмем, чтобы знать точно, какая мне понравилась там. О! Так, везде всего по три, да? 80 золота, окей. В смысле? Один. Мне, пожалуйста, еще второй есть. Блин, мне реально золота хватит. Боюсь, что нет. Так, пока хватит. А нет, так не подойдет, тоже видишь, денег мало, блин.
Так, давай тогда под вас, что ли. Ну вот так еще более-менее годно. Не знаю, что это такое. Надеюсь, это специализированные одиночные задания. Такое в онлайн-играх есть, кому интересно. То есть для тебя специально ты покупаешь все задания, просто телепортируешься. Так, эту хрень на драконе уже вижу второй раз. В смысле телепортацию? Ну давай перенесусь, мне-то чё? Ты куда я вообще там попаду хоть? Новые места, я не против. Задание, по-моему, да? Ладно, народ, на этом я закончу. Продолжим в следующей серии. Всем удачи, всем пока.